Ты старый, Вадим, капец. Атаман. А что это у нас сыпется? Песочек. Ну, я бы посомневался на Артуре. Что это ты в себе так пришел? Payback is a coming, you will be running forever. Продолжай. Проглотил эту шутку. Бля. Хорошо, это хорошо. Сука. Да, да. Ничего не могу даже ответить. Я злый, да? Потому что раз занят. А, это стрик, Корзбол, это уже стрик. Ну я не попал, окей, ладно. Я один раз сломан, уже 10-25 раз говорил. Что ты хочешь? Он до сих пор не купил мышку. Знаешь еще, что он говорит? А Footage Bloody самая лучшая мышка на свете. Я не говорил, что она самая лучшая на свете. Я говорил то, что я у друга играл, и мне норм был. Блин, я не знаю, типа слова так переворачивают. Ты короче скажи, вчера Леня нам рассказал, что у него еще и колесо сломано технически. Серьезно, у меня старая раздолбанная мышка Dexus за 330 рублей. Бля, так хочется пошутить, что у меня старая раздолбанная Юранус. Артур, ты уже пошутил. Сука. Выйдите из пати. Йоты. Выйдите из Дискорда, идите нахуй. Нет, как краткая инструкция. Это ты знаешь, как... Скажи им, что они заебали уже. Че, играть не нужно? Блять, можно играть и не научиться. Каждый день одно и то же. Так, только тебе вопрос. Сколько можно играть и не научиться? Аутист. Может, быстрее лучше. Все, идет. А у них есть у всех права? Спасибо. У них нет прав. Бесправный живот. Что мы школьники. Да, да. Научите что-нибудь полезное, но что вы делаете все это? Я не понимаю. Леня. Что? Ты бесполезный чмок. Ты бесполезный чмок. Ва! Ту-ду-ду-ту-ту-ту! Ди! Бля. Ди! Мои шутки живительные. Живительная деградация. Я не знаю, твои шутки настолько живительные, как человеку, блин, который... Твои шутки настолько сломаны, как мышка Артура, блядь, по-моему. Ты оговорился. Ты оговорился, чувак. Я знаю. Все правда, у тебя тоже мышка сломана. Блядь, нахуй пошел. Артур. Да. Че? Вот долгие отношения, люди как бы притираются друг к другу, становится скучно. То есть нужно как бы освежать. Блин, такая тишина, все так слушали внимательно. Ну и к чему это? К тому, что ты постоянно на нас обзываешься, там, пацанам. Взять, типа, говорить, ой, да вы молодцы, Лёня, я тебя люблю. Да, Лёня, я тебя так люблю за то, что ты купил хуёвое воспитание. Иди сюда, дай расцелую, блядь. Прости, сладкий. Посмотри с другой стороны. Он... С какой? Со стороны горящего блока, блядь? Вот проявил инициативу. Знаешь, три вещи. Горячий блок, отсутствие SSD и говёная мышка. Просто комбо. Смотри, он не пошел на поводу общественного мнения. Он сделал так, как он посчитал. Независимый. Ебать. Че Гевара своего времени, блядь. Про блок питания вспоминайте, а я теряю веру в людей. Слышу каждый раз эти слова. Блок питания. Просто теряю просто Миша, любую веру. Миша, вот для кого-то эти блоки делают. Да вот для кого? Для каких долбоёбов эти блоки? Даже не знаю. И вообще делают для офисного использования, там где насрать. Вот что сразу видно, что у нас не европейское общество. То есть в нормальном бы европейском обществе сейчас бы запустили хэштег
типа, мой блок питания, и все бы начали бы менять свои крутые блоки питания на эти дешманские. Что, блин? Если кто-то из вас купит InVin, вот этот вот блок питания, это я не знаю. Это будет просто... Мы от вас откажемся, блядь. Да. Миша, ты просто не толерантен к блокам питания, да? Типа это как там меньшинство, инвин до этого, или как он там называется? Инвин Powerman 600 AF, блядь, сука, я эту хуйню запомню на всю жизнь. Это полное название было? Ну там еще какая-то цифра. Точнее, буква еще одна какая-то должна быть. AFD, по-моему. Или АФС. Даже Лёня, блядь, не знает этого названия, сука. А, какое-то длинное. А он мне, блядь, снится уже. Знаешь, как во сне ты в каком-то контейнере, по стене кровью написано это, и ты слышишь за стеной звук «пускайте газ». Тебе нужно эту татуировку набить. Название этого блок питания? Как у Хитмана на затылке. Штрих-код. Это помог выполнить план продавцу по продаже. Штрих-код этого чека, короче, блока питания. Взял штрих-код? Штрих-код, блин, наш любимый. Ты хоть это, гарантию. А, кстати. Да, гарантию я взял. Все на месте. Боже, игра началась. Не знаю, как можно было так лохануться. Ну все же пока работает. Блин, пока. Лёня, что пока работает. Ай, я тебе не буду ничего объяснить. Спали. Уже не верил. Короче, как сломается, Миша скажет, я ж тебе говорил. Не, я просто буду угорать и писать бесконечно это программку на это поставлю, чтобы она писала ха-ха вот сюда. Хэштег заебись, купил блок питания. Джойстик эмулятор запустит, и чтобы стик крутился, и это писал и Эндер. Не, чтобы стик крутился, заходил в ВК и в граффити хуй рисовал и отправлял тебе, блядь. Месть должна быть изощрённой. Ты страшный человек. Да. Хорошо, что он... А тут, ты представляешь, Алёня хотел купить сначала бэушки, наверное, за рублей 300 получается, но судя по... Найдите заряды с помощью... Ну нет, не настолько бэушки. Не у тракториста, надеюсь? У него сало. Ты делал про мои шутки, блядь? Нет, ну вот это, кстати, зашло им, короче. Лучше, чем твоя. Только за твою зачку. Да. Вадим, не, я не про твою щеку говорю. Артур подавился. Сам пошутился. Это, походу, гараж. А вот это комната. Нет, это наверху. Вверх я рожу. А, ты шеф-повар? Да. Пересолено, пиздец. Для начала 5 секунд. Ты чё, руками размахиваешь, жрать пересолённую? Сказал Артур. Понятно, блядь. На шутку, Вадим. Спасибо, мать, ты меня любишь. Неудачно. Может, тебе хотят выгнать? Артур, пропилишь? Ой, Артур, Вадим, мы тут пропилишь. Мне тут говорят, что ты меня выгнать, наверное, хочешь, поэтому пересаживай. Да люблю я его, господи! Понял, Вадим, блядь, с этим аргументом хуй поспоришь. Блин, слушайте, хватит матом ругаться, сколько можно? Это только Артур, блядь. А чё ты не сама материшь сама? Нет, ну главное, стреляки научились, матом научились играть. Скажи, что это только ты матюкаешься, у нас все культурные. Конечно, блядь, блин, Грены это хорошо, тут Виджил, по-моему, где-то. Да, он там около двери. А в Грены не могли прокинуть в люк для дронов, а? Но у нас есть Twitch, зачем нам Грены прокидывать? Да, Миша кек. Вы можете... Блин, он щит остался. Ну ладно, пошли. Так всегда. Кто-нибудь скажет какое-нибудь слово? Процент турецких, да, Вадим? Тут такая тишина. Все выпили. Минус СССР. Ну, Артур, ты это... Что?
Что я это? Все уже поняли. Найдите заряды с помощью бота. Ну поняли, молодцы, блять, не мешайте. Казалось бы. Артур, давай при чем тут шутки под звук повара? Да? Артур, это звук повара. Такой. Накладываю ровно. Как там было? Тести. So tasty. So good and tasty. Нет, ты фальшивый. Да, я про это и говорил, это сыграть невозможно. Это я понимаю, загон был. А вот здесь где-то. Ты решил делать этот? Нет. Опа. Клатч, может, эйс? Ну, я не знаю, как это называется. Хуя себе, я в чьи-то патроны, блядь, только что встал. Возьми, блядь. Гашетку отпускать пробовал, блядь. Я одиночную, блядь, стреляю. Фак, блядь. Ты мне до одного хп, блядь, посадил, ёбок. Сложность повышается. О, блядь, через такую щель, блядь. Пиздец был только что. Противник устранен. Задание выполнено. Нет, сначала у него рот забит, блин. А что ты делал, Артур? Облизывает. Да хуй знает, какая это кажется. С мясом! О май гад. Самофаталити. А какого хрена? Алло. Я походу вылечу, да. Да вы прикалываетесь. Да, можно потибегать труп Кекуса. А где он валяется? На том свете. I will look for you. I will find you. And I will kill you.